Иногда, читая комментарии, я вижу, что некоторые люди считают, что мои видео с полицией не что иное, как манипуляция законом и показательные выступления для того, чтобы показать, как можно избежать наказания, если вас остановили за нарушение. Что же будет, если не спорить с инспектором полиции и выполнять беспрекословно то, что он вам говорит, просто положиться на его профессионализм и рассудительность? Поступит ли инспектор по закону? Сможет ли он выполнить все так, как требует закон, и наказать нарушителя, если нарушитель не спорит с полицейским? Давайте посмотрим, что из этого получилось. Друзья, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых видео. Обязательно покажу что-нибудь еще интересное. Добрый день. Лейтенант Мальян. Проехали на процессе светофора. Почему нарушаете? Ничего не употребляли? Дыхнуть можете? Чего? А говорить умеете? Так, а чего молчить? Молодой человек, можете выйти из автомобиля, пожалуйста? Почему? Александр, как вас по отчеству? Александр. Это Александр, правильно? Вы проживаете в Одессе или транзитом? Транзитом, да? Я вас понял. Хорошо, держите. Смотрите внимательнее на дорожную обстановку, светофоры, не нарушайте. Вам устное зауважение. Всего доброго.